1 минута и 3 свежие армейские новости. С вами Анна Чижлитыш. Добрый день. Осенний призыв 2020-го подходит к завершению. Около 10 тысяч молодых людей уже отправились для прохождения службы в воинские части. Впереди у парней насыщенный период жизни. Боевая учеба, освоение военной техники, первые стрельбы и полевые выходы. В связи с эпидемиологической обстановкой торжественный ритуал принятия присяги пройдет без участия гостей. В Беларуси утверждена государственная программа обустройства военных городков. Документ направлен на поддержание уровня оборонного потенциала страны, создание условий для высокой боевой и мобилизационной готовности воинских частей, обеспечение повседневной деятельности и комфортного быта военнослужащих. Белорусская армия активно участвует в предотвращении распространения коронавирусной инфекции. Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты проводят спецобработку в административных зданиях, учреждениях здравоохранения и образования. На уходящей неделе работы проведены в Минске, Молодечно, Кополе, Любани, Слуцке и других населенных пунктах страны. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра на YouTube-канале ВНТВ Беларуси и в наших социальных сетях. До встречи!